11 июля, среда. Планируется, мы тоже об этом долго говорили, торжественное открытие экспозиции по истории Полевского криолитового завода в Центре культуры и народного творчества. Время 13:00. Также будет проведен концерт для всех участников этого события. 12 июля, четверг. Дворец культуры и техники Северского трубного завода. 16:00. Презентация фильма «Первый город на Чусовой». Фильм, который озвучивал уже, что работа ведется, Михаил Васильевич. Работа подходит к концу, уже последние этапы. 12 числа, повторюсь, состоится презентация. Я думаю, что дополнительно об этом будет широко представлена информация в средствах массовой информации и на сайте Полевского городского округа и пресс-службы Северского трубного завода. 13 июля, торжественный вечер, посвященный Дню металлурга для работников Северского трубного завода. 17:00. Данное мероприятие, вход по пригласительным. В этот же день, в 17:00, концерт-подарок творческих коллективов города «Музыка в кино» на площадке у Центра досуга «Азов». И в 19:00 на площадке у Дворца спорта большая праздничная программа и концерт группы «Прогноз-версия». Название концерта «300». Это, так сказать, предваряющее непосредственное празднование мероприятия. 14 июля. С 12:00 до 17:00 в северной части города, в парке культуры, в городском парке культуры, нам предстоит празднование, массовое празднование юбилея города, реализация проекта «Город мастеров», выставка декоративно-прикладного творчества, мастер-классы. В 18:00, 20:00 концерт заслуженного артиста России Олега Газманова будет проходить традиционно на стадионе «Труд». Мероприятие, которая будет завершать праздничную, большую праздничную программу 14 числа.